Нехватка вакцины и в Ивано-Франковске, но уже не от ботулизма, а от бешенства. Прошлогодние запасы закончились в мае, а новые не поступили. По крайней мере, так утверждают в областном департаменте здравоохранения и больницах. А вот в Минздраве уверяют, запас сыворотки есть. Так что же рекомендуют врачи, выясняли наши корреспонденты. Жительница Ивано-Франковска Надежда показывает поврежденную ногу. Это следы от укуса бездомной собаки. Животное напало на нее несколько дней назад. Женщина рассказывает, сразу же обратилась в травмпункт за вакцинацией от бешенства. Но там заявили, вакцины нет. Все, что сделали врачи, промыли ей рану мылом, а еще порекомендовали поймать собаку и наблюдать за ней, но и молиться о своем здоровье. Сказали, на протязі 10 днів спостерігати за собакою, годувати його, відвести до ветеринара. Потім, якби, не дай Боже, щось з псом станеться на протязі 10 днів, то відправляють мене в інфекційну лікарню, як мені лікар сказав, помирати. Тому що вакцини від сказу в Україні не існує. С укусами животных ежедневно обращается как минимум 5 человек, рассказывают работники травмпункта. За год это более 1000 человек. Вакцинацию всегда проводили, уверяют медики. Правда, вот уже месяц этого не делают, так как попросту нечем. Вичерпався ліміт. До травня місяця у нас були запаси. Ми їх вичерпали. На сьогоднішній день ми очікуємо поступлення свіжих доз вакцинації. Це не тільки проблема міста Івано-Франківська, це проблема цілої країни. Це потрібно ставити питання про закупки централізовані. Хуже всего ситуация с обеспечением вакцинами от бешенства в Ивано-Франковске, рассказывают в областном департаменте здравоохранения. На весь город ни единого препарата. 1-2 флакона еще можно найти, но только в нескольких районах области. Чиновники департамента признают, ситуация действительно критическая. И об этом они неоднократно информировали Министерство здравоохранения. Но пока все безрезультатно. Ми зверталися до Міністерства охорони здоров'я і в березні поточного року, і в квітні поточного року, що стосується і БЦЖ, і вакцин. А також в травні 2017 року ми звернулися в 20-х числах до Міністерства, щоб воно переглянуло розподіл на державному рівні вакцин, що стосується сказу. Наразі відповіді з міністерства не надходило. Закупило ли государство нові вакцини і коли їх передадуть в регіони? Об этом і ми поінтересувались в Міністерстві здравоохранения. Ответ на запрос удивил. В Минздраве утверждают, в Україні є 32 тисячі доз антирабічної вакцини. В Івано-Франковській області 181 доза. А вот почему же вакцина не доходит до травмпунктов? И кто будет нести ответственность в случае смерти пациентов, которым не провели иммунизацию? В министерстве объяснить не смогли. В аптеках вакцина от бешенства не продается. Приобрести ее можно только за границей. Впрочем, для этого еще нужно иметь рецепт и средства. Цена флакона около 10 тысяч гривен. Анна Демиденко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковск.